Снова Диана, и я сейчас иду встречаться со своими подружками. Мы собираемся пойти в молл, в торговый центр. Не знаю, зачем на самом деле. Может, покушаем, полазим, просто пошопимся, не знаю. Но да, я тут проходила одно место. Ну как одно место? Просто я иду по дорожке, и тут очень много валяется листов. Я подумала, вау, осень на дворе. Да, очень-очень такие... Какая же глубокая мысль у Дианы сегодня, да. Нет, сегодня очень-очень классная погода. Я в платье, у меня два кардигана, и мне, конечно, прохладненько, но не так до такой степени, чтобы мне было холодно. Очень тепло, солнышко греет, светит, и, не знаю, такое хорошее настроение. Но мне кучу уроков надо делать, вместо того, чтобы делать уроки. Я иду к своим подружкам. Ну, хотя сейчас только 2 часа, я уже... начала делать свои уроки и закончила 1 из 3, 2, 2, да. Как бы на завтра мне немного делать, в принципе, но я просто люблю делать наперед все, чтобы потом много не было работы мне на один день. Так что да, я пыталась это сделать, но у меня это не получается. Очень хорошая погода, и она меня отвлекает. Я хочу гулять. Собачка. И мы зашли в магазин сейчас. И все тут так по-рождественски. Грустненько аж становится. Милашка. Hi. Hi. Тут что-то красиво, ребята. My head up. Wait. Jinmong. Bling bling. Such bling bling. If I'm an Eurogen, then you're a non-gen. У нее ушки не проколят. Как такое возможно вообще, ребят? Я не знаю. Yeah. Гуляем дальше. Зашли купить конечки. Девочки смотрят сейчас ободочки. Мы пошли в Баскин Роббинс. Ей! Что ж, я надеюсь, вы меня сейчас слышите. Я пытаюсь разговаривать очень громко. Я не планировала ходить по магазинам, но это случилось. И да, я сейчас иду домой, надо будет мне делать уроки. Девочки тоже уже пошли, нам все нужно расходиться. На дворе сейчас 4 часа. И нужно бежать, помогать и все делать. Так что, да! И, ребятки, что ж, я устала, делала уроки. И сейчас я пойду в Зару, потому что вчера я видела очень классные ботиночки. И мне нужны были давно ботинки для осени. Я увидела очень красивые ботиночки, мне нужно их купить. Потому что, не знаю, это моя натура. Я очень люблю... Если мне что-то понравится очень сильно, мне нужно приобрести это сразу же. Вот. И я устала очень сильно. Делала уроки. Мне нужно сделать один урок, который я сделала. Думала, что я сделала. Я, оказывается, все неправильно сделала. Поэтому нужно все переделывать. И это все очень-очень меня угнетает. Поэтому мне нужно пойти что-нибудь... Мне нужно пойти купить эти ботинки и... Съесть мороженку, тогда все будет хорошо. Я буду рада. По воскресеньям очень страшно ходить по улице, потому что никого нет на улицах. Просто никого. И вообще, у меня тут рядом есть большой такой магазин. Называется Имат. Там как бы есть все. В основном там отдельный один весь этаж посвящен тупо продуктам и все такое. А другое хозяйственное. Все. И также там учебники, книжки и так далее. В общем, в Корее есть, как это называется,
правило, да, если вспомню слово, вам скажу, которое говорит, что большие такие универмаги, как тот, что они должны закрываться 2 раза в месяц, чтобы позволить маркетам, которые уличные, как-то развиваться тоже по-своему, чтобы они получали деньги. Потому что, конечно, в такие большие магазины ходить гораздо приятнее, знаете, и удобнее. Так что сегодня один из тех дней, когда этот большой универмаг не работает. А когда он не работает, вообще нет народу, как бы рядом с моим домом. И это очень страшно. Не знаю почему. Вот, ну вот даже в кафе. Обычно тут дофига народу сидят. Сегодня это очень мало. Я не знаю, потому что это воскресенье, или потому что это воскресенье, и магазин не работает. Там зеленый, я... Ладно, я побегу. На что новое открывается там? Называется Fraser. Я не знаю, что это. Когда открылся новый магазин. И вообще в моем районе очень много разных магазинов открывается. Постоянно. Закрывается, открывается, закрывается, открывается. Потому что как бы... Как это называется? Аренда, не аренда. И, в общем, много очень всяких разных производств. И места мало. И если люди туда не приходят, то, естественно, надо все сдавать обратно. Так что да. А, до Зары еще идти 10 минут. На улице холодно. И я устал, честно. Все ради фэшн. Потому что эти ботиночки, они очень красивые, они очень удобные. Я постоянно мерю обувь в Заре, и они либо красивые и неудобные, либо удобные, но некрасивые. А то оно как бы и то, и другое. И морозняр есть. Так что, да. И иду в Зары, вот мой пакетик. Там у меня лежат мои ботиночки, которые я вам говорила. И шапочка. Бини с ушками такая. Потому что я вам... И кто смотрит меня давно, знает, что в прошлом году я потеряла свою бини в метро. Я ее тупо там оставила. И уехал мое метро. И вот так. Поэтому я решила... Ладно. Она была очень дорогая. Она была... 2 раза дороже, чем та моя шапочка, которую я любила, обожала. Но я подумала, ладно, сделаю себе приятное сегодня, потому что я хорошо очень закончила четверть. И это самое главное сейчас, что у меня в жизни происходит. Поэтому, да, я должна была себя как-то успокоить, что ли. Потому что, не знаю, нервы на пределе. Просто это была очень дурацкая неделя. И кажется, что я говорю это про всю неделю, но про все недели. Но на самом деле это была очень плохая неделя. Много с кем переругалась, много с кем помирилась. Много уроков, много всего-всего-всего. Поэтому да, я не знаю. Я думаю, что на этом я закончу это видео, потому что сегодня я думаю, что нормально. Ух ты, какая луна красивая. Я тут офигела немножко, ладно. Да, думаю, что я закончу свое видео на этом моменте. И увижу вас в следующий раз.